шел один я по дорожке. Не со мной, а единожки. Вдруг на встречу мышонок. Ой, мы видели котенка. У него четыре лапки, а на лапках цепора. Раз, два, три, четыре, пять. Буду убивать. Е-е. Че, песенки слушаешь? Да. А какая твоя любимая песенка? Десятая моя. Десятая твоя любимая, да? А твоя мама девятая есть. Я на добрый. Все, выключил. Пошли гулять на самокате. Мама девятая. Правильно. Мне еще восьмое. Еще семья. Ну, спой какую свою любимую. Какую? Про паровозика спой. Нет. А какую ты хочешь спеть? Десятку. Молодец. Е-е. Мы сейчас будем выступать на конкурсе чтецов, да? Может, порепетируем? Я сначала посмотрю все картины. Тебе понравились? Ага. Очень красиво, да? Ну вот это просто само искусство. Да? Ну, возьми и нарисуй так. Когда смотришь на картинах, сразу хочется самому что-то создать, скажи. Такой счастливый. Ну, я прошла отборочный тур. Ты так прям говоришь, как будто так просто, запросто. Сколько вас там было участников? Примерно 24 человека. 24 человека, и 10 человек пойдут еще раз читать стихи, и там будут три лауреата. В общем, мы прошли через неделечку, еще раз прочитаем Ваню, бабушку, и третий про тигра, да, наши любимые. Ну, молодец, да? Ну, тебе, да. Ты понял, что это свои ошибки? Да. Тебе нужно репетировать. Да. Каждый день. Да, мама, я это понял. Угу. Уже можешь начинать. Ну, пошли кушать. Да. Сегодня влог не успела с вами поздороваться. Сначала вы посмотрели наш день, а теперь я говорю вам здрасте. У меня очень суетливые такие выходные получились, потому что у меня вот Костенька, он сейчас у нас на обследовании в стационаре, такое плановое обследование, нам мы МРТ делаем. То есть, ну, мы постоянно следим за своим здоровьем, и у нас тут совпало так, что перенесли конкурс, к которому мы готовились на прошлой неделе, на эту неделю. И мне нужно было его забрать, отвезти, поучаствовать и отвезти обратно. Вот папа сейчас его повез. И пока у меня такая вот свободная минутка, я решила немножко поделиться вот нашими впечатлениями. Вы видели, что мы купили новый самокат, его обкатываем, мы вот съездили на конкурс, это вот все сегодняшний день. И есть чем мне поделиться, поэтому смотрите, будет тема, значит, как выбрать самокат, вот почему мы эту модельку купили, потому что вы сразу будете меня об этом спрашивать.
про конкурс. Конкурс, вот мы перешли во второй тур, это конкурс чистцов, городской, городские цветы, ну наш вот королевский такой конкурс. Участвуем мы, вроде мы вышли, но у нас не было цели именно выйти куда-то. Ну, Костя, так как занимается в студии, нас педагог подготавливает очень достаточно хорошо, мы прошли в полуфинал. Для нас это опыт, то есть мы посмотрели сегодня, проанализировали, кто как читает, почему, что понравилось, что не понравилось, в общем, потому что он все время, то есть мало бывает зрителем. И мы сегодня очень много смотрели, детки замечательно выступали, талантливо. Но вот его выступление само, я все-таки решила, что оно будет опубликовано на канале Лаки, на его канале. Потому что, ну вот, все, что касается его, именно его какой-то части жизни, я решила складывать туда. Потому что иначе у меня на моем канале начинается вот какая-то чехарда. Вот. Поэтому у меня продолжается при этом весенняя уборка. Сейчас вот все ушли. У меня есть там 30 минут. За эти 30 минут я сейчас снимаю вот, вот это вот прощальное слово для влога. Нажму вот на камере кнопочку, вернусь, сяду обратно и начну вам рассказывать, кто же выиграл в еженедельном конкурсе. Потом я нажму на кнопочку, быстро помою полы и сяду за монтаж. У меня сегодня 4 монтажа. Будет монтаж про обувь для канала «Их ёжики». Костин мультик мы досняли. И я думаю, что, ну, может, если я его напоследок оставлю, я его, значит, смонтирую. И, может быть, среди недели я его домонтирую. Наверное, сегодня не успею, потому что 4 монтажа – это много, да? Согласитесь. И сделаю, значит, вот сегодняшний влог, вот, который я сейчас снимаю, и про конкурс. То есть 3 мне нужно сделать обязательно, вот 4-й. Вот такая вот у меня интенсивная жизнь. Поэтому я с вами прощаюсь. Всем пока, это Таня Матань. Надеюсь, мой влог был интересный. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь. На моем канале всегда интересно. Дорогу можем. Тихо! Кто меня давит? Ну, Дима, мне...